Всем привет, с вами Двум. Сегодня покажу вам письма, которые присылает Google своим, так сказать, партнерам, если вы там хотите сделать партнерский канал на YouTube, чтобы зарабатывать на своих видео, то есть на рекламе, которая будет показываться на ваших роликах в начале, в конце или посередине. Вот это письмо, так сказать, счастья. Думаю, кто ждал это письмо тоже долго и, наверное, когда с радостью получали это письмо, когда приходило им извещение. Первое письмо я, конечно, тоже свое ждал с радостью, да, так ждал, когда же оно придет, но, к сожалению, я дождался его только тогда, когда мой аккаунт AdSense уже забанили, то есть я вот подключил, набрал там $10 довольно-таки быстро, и порог, когда вам отправляют письмо, должен у вас на аккаунте была быть сумма $10. Без вот этой суммы вам никто ничего не отправит. Наберете $10 и вам сразу же отправят. Собственно, ждете там минимум недели две из США, вам отправляют это письмо с пин-кодом, когда вам приходит пин-код, вводите, и как бы вы уже официально как партнер AdSense и можете копить деньги. Вот единственный минус AdSense это то, что платежи минимум от $100. То есть, если у вас небольшой канал, мало просмотров, то вам довольно-таки долго придется копить эти $100, чтобы снять потом. И вот пока мне это шло, я заработал где-то, я уже не помню, по-моему, $60. Тогда что-то, видать, за рекламу платили больше, и просмотры нормально шли. И вот заработал, и как раз меня забанили якобы там за недействительные клики. Сейчас же эта история в 2014 году повторяется, и я уже перешел на партнерскую программу. Я решил не рисковать. Я так подумал, лучше синица в руках, чем журавль в небе. И поэтому подключился к партнерской программе. Там как бы больше гарантии, что не забанят аккаунт. Как-то партнеры лояльно относятся к этому. И вот я не стал уже рисковать. Хотя я работал с AdSense, ну, где-то года два с 2012 года. Пока меня не банили. Но вот сейчас я читаю в группе AdSense, что-то участились опять случаи, когда банят просто так. И, собственно, вот мои письма. Вот мое первое письмо от Google, которое я, естественно, долго ждал, которое пришло уже, когда меня забанили. Вот здесь видно, оно мне пришло 11 августа 2012 года, то есть больше 2 лет назад. И, собственно, таким образом это вот все выглядит на английском языке, естественно. Вот здесь пин-код. Написано your pin, то есть ваш пин-код, здесь вводите его и все. Вот так это выглядит. И с другой стороны, это нам отправляет из Калифорнии, собственно, где находится Google, видите, Google AdSense Support, Mountain View, Калифорния, USA. Раньше, кстати, нужно было обязательно заполнять только латинскими буквами, то есть на английском языке, чтобы вам пришло вот это письмо. Если вы заполните на русском, то вряд ли оно к вам придет. Сейчас же можно заполнять уже кириллицей, то есть на русском языке, и вам все придет. Вот это мое первое письмо. И в 2012 году, ой, или когда, я не помню, что-то уже запутался, мне пришло еще одно письмецо, уже на второй аккаунт. Вот такой Google AdSense Support, опять же, вот видите, уже здесь на русском языке, точнее, кроме Russia. Адрес все на русском языке. Абсолютно одинаковые конверты, ничего не изменилось. Так, сейчас. Здесь же опять, давай фокусируйся, опять же, пин-код. Собственно, ничем не отличается. Это вот такие, так сказать, письма счастья, думаю, кто хочет партнерку, именно ждут их. Вот Google. И также мне Google еще присылали, всем, кто участвует в AdSense, также предлагают участвовать в Google AdWords. То есть вы сами будете, уже не вам платят за рекламу, а вы покупаете как-то там, вы зарабатываете, покупаете, сначала влаживаетесь в рекламу, и потом она как вам приносит доходы. Вот мне какую-то карточку тут прислали, превратите 500 рублей в 2000. Это уже прислали из Швеции, вон Sweden написано. Так, сейчас я достану. Это мне пришло в конце 2012 года, в ноябре. Вот, привлекайте больше посетителей, развивайте бизнес с AdWords. Тут карточка у меня. Тут какие-то подробности.
разместите рекламу. Вот видите, вы покупаете рекламу, и как бы она потом вам как-то приносит доход. Я до конца не понял, и поэтому не стал участвовать. Кстати, письмо на русском. Так, стоп. Так. Вот, письмо на русском тоже. Только фамилия, имя, отчество на английском. Как участник, видите. AdSense, выпуск вам предлагаются. Тра-та-та-та. Эмиль Баязитов, менеджер по маркетингу Google AdWords. И здесь какие-то еще. Так. И вот здесь еще такая вот карточка. Превратите. Видите, именная моя карточка. Она уже, кстати, не действительно, она в 2012 году закончилась. И так далее. Вот все, что мне приходило от Гугла. И это были последние, наверное, конверты, потому что с Гуглом я уже, наверное, работать больше не буду. Лучше все-таки, мне кажется, партнерки, как мне кажется, там то ли больше за просмотры платят и денег. Вот все, что я вам хотел показать. Это для тех, кто не видел, для тех, кто ждет. Вот первая вот эта моя, как я сказать, письмо пришло больше, чем за месяц, когда меня уже забанили, а второе пришло в течение 2 недель, аж удивился. Кстати, вроде кидали просто в обычный этот, в почтовый ящик без всяких уведомлений, просто вам кинут, может кто-нибудь у вас вытащит потом из ящика, порвет или что-нибудь с ним сделает, так что проверяйте внимательно свой ящик, если ждете это письмо. Вот все, что я хотел вам рассказать про письма от Гугла, сколько идет. Но это все-таки зависит еще, где вы живете. Я живу тут не в Москве. Кто в Москве живет, естественно, наверное, побыстрее приходит. Вот, собственно, и все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!